Птицы борются за власть. И так уж на протяжении минут 5, наверное. Сейчас, смотрите, один сядет, второй пытается на него сесть. Ну. Там еще две летают. Так, все, садись. Вот, смотрите. Хотим в белом цвете. Вот такой вот, мы на такой уже спали. Думаю, нужно на вот эти ящики или нет. Блин, что-то нифига не выдвигается. Я еще хотела, знаешь, серую заснять. Она из новинок. Ой, вот она, вот белая, на которой я... Вот помнишь, на той квартире? Вот смотри, без ящиков она вот так вот смотрится. Хуже, да, наверное? Она... Да, можно с любой. Чего нету? Там три вида каркаса, ты сам выбираешь, какой из них. Вот здесь, по-моему, второй, который я хочу взять. Так. 10 жесткий. Но, кстати, Ксюша сказала, что они достаточно пролеженные, то есть. Ну, вот здесь все садятся на них, и кажется, что, то есть, на самом деле, они более жесткие, чем они вот здесь вот лежат. Фиг знает, там надо прилечь. Короче, мы долго выбирали между вот этим ковром, вот этим с кругом, он серый. И изначально мы вообще думали вот этот вот взять с таким ворсом, но... Он будет очень сильно выделяться по цвету. Поэтому решили, что лучше всего взять вот этого цвета. Он как раз будет сливаться с полом. Ну, надеюсь, он будет сливаться. Но единственное, что он будет это выходить за границы. Но мы подогнем его. А сколько там деталей? Я просто... Ой, там же бокалы, Саша, твою же. Дивизию. Да. Я их не разбила, я забыла. Короче, я вместо кровати сфоткала простыню. Короче, я виновата. Саша, давайте помогу чем-нибудь. Я буду держать. Не влезет. Серьезно, Саша, надо было больше. У нас матрас, то, короче, Саша перепутала и вытащил не 160, а 180. Теперь все это обратно пихать. Вот это тоже наше. И вот это тоже наше. Мы приехали. Ой, Буся там. О. Да, привет! Заходите, я захожу. Ой, и папка, и мамка. Привет, мой сладкий. Таня, мы купили ковер. Все для тебя, мой солнышко. Иди сюда. Давай. А, нет, ко мне, Таня, давай ко мне. Хватит к папке. Ко мне. Иди. О, любовь. Вот так он радуется, когда мы уходим, приходим. Тапи, что ты делал? Ты караулил тут нас? Тапи, а ты знаешь, что мы сейчас будем готовить пиццу? Сегодня у нас 12 октября. И вообще сегодня у нас с Сашей 6 лет со дня знакомства. Так что мы сейчас будем делать пиццу и отмечать. Купили кровать. В общем, завтра у нас будет доставка с 2 до 4. Надеюсь, что завтра мы все и соберем. Я мой зайчик. Ой, счастье какое. Папка.
Эй, жопа ты с ручкой, ты посмотри на него. Ну давай, Тафи. Мы ковер Тафи взяли больше, чем планировали. Все для тебя, чтобы ты хоть иногда лежал там и кайфовал. Так, с собой что мы взяли? Купили, в общем, два бокала. Мы тут, когда у нас были гости, мы два разбили таких вот. Кстати, по-моему, раньше мы их покупали по 60, сейчас они по 87, по-моему. Так, на смену еще вот два ёршика вот таких вот маленьких. Не знаю, мне маленькие нравятся. И еще взяли две пары тапок. Я люблю вот эти вот тапки, как-то, не знаю, мне в них комфортно. Хотя они не очень красивые, но все равно. Тапочка, смотри, это папкины. Это мои. Ой, классно, блин. Кстати, мы никогда не покупали именно белые тапки. Я имею в виду в Икее. Были. Были разве? Тафи думает, что это его игрушка. Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда, ты сейчас скучился? Ты сейчас скучился, да? Пошли, пошли, пошли. Да, пошли. О, вот прям так, да? Ну что, мои слезки, да я тоже по тебе скучала. Я в щенки уходила, такая, ууу, бестопонька, как же будет бестопонька. Смотри, там кофе. А, надо же тесто сделать для пиццы. Сырнички. Пока мы гуляли с Тафи, мое тесто уже поднялось. Чувствую, буду даже замораживать часть. Вообще у меня в планах, в ближайших планах снять видео, как я делаю тесто и парочку интересных рецептов, которых вы вряд ли пробовали. Вот, я их очень люблю. В общем, обязательно сниму. Так. Блин, это... Нет. Так, ну что, первая пицца у нас готова. Ну, в смысле, мы ее собрали. Осталось сейчас в духовочку поставить. Тут у нас будет рыбная с тунцом, томатная паста, чуть-чуть сыра, потом тунец, каперсы, красный лук, кукуруза, опять сыр. Ну, там всякие травы я добавила. У нас тут есть зеленый карри для птиц и морепродуктов. Ну, так, буквально чуть-чуть. И еще на пробу... Вот майоран. Не знаю, он вообще подходит к рыбе или нет, но добавила. Все, чуть-чуть посолили, и можно ставить духовку. Правда, духовка еще не разогрелась, но и ладно. Я уже не терпится, я уже кушать хочу. Так, примерно ставим на минут 15, но, может быть, придется 20 минут ждать. Так, ну что, эта пицца у нас уже готова, она у нас уже практически остыла. О, вон она даже отделяется. И здесь у нас... Не стала показывать, потому что я засыпала сыром, ничего не было видно. Там, короче, колбаса, сыр. Ну, такая, типа, стандартная пицца. Халапеньо. Остатки кукурузы. В общем, все, что было в холодильнике. Так. Сачочек. Кстати, вот этот очень вкусный грушевый. Кто не пробовал, советую. Так. Стаканчики. Тафочка, тебе нельзя этого. Но у меня пса закрыл. Что? Ты уже поел? Он смотрит на колу. Хотя... Но поэтому тебя любит больше. Может, салфетку дать? Или я пса вытрю? Тафи, иди сюда. Сейчас папа руки вытрет. Тафенька, что там папка есть? Какое вкусное мороженое папка дает. Дай мне еще.
Как вкусно. Да, Пунька, не плачь. Ты без мороженки сегодня. Все, иди, иди. Ну, Саша. Потом будет какие-каки плохо.